Почему не получается похудеть? Почему энергии становится все меньше? Наверное, дело в возрасте. Почему мы едим вроде правильную еду, а от этого лучше себя не чувствуем? Почему не получается отказаться от сладкого? Нужно ли ощелачивать свой организм? Почему после многочисленных диет, тренировок и работы над собой все равно происходит откат? Нет системы, нет комплексного подхода, нет персонализации. Я Наталья Жадан, натуропат, психолог. Чтобы спасти своего сына, я начала изучать натуропатию, очищение организма, психологию, регрессологию, нутрициологию, систему РБТИ. И мои старания оправдались. Я полностью восстановила здоровье своего сына. Все началось с того, что 8 лет назад я уехала из города в деревню, одна с тремя детьми, и построила большую круглогодичную теплицу, вегетарий. Все дело в том, что дефицит минералов и витаминов влияет на наше состояние в прямом смысле. Я очень осознанно отношусь к теме питания, так как знаю, что через полноценные продукты можно закрыть дефициты минералов и получить ту энергию, которая нужна нашему организму, на восстановление здоровья и стабилизацию эмоционального состояния. Переходи в следующее видео, и я расскажу, что влияет на то, чтобы результат, который ты получаешь, остался с тобой на всю жизнь.